Очень рад, что такие длинные сборы завершились. Мы вернулись, снова вернулись в игру. Сегодня сыграли против сильного соперника, заработали одно очко, которое для нас очень ценно, и продолжаем работать. Такая игра, что играли на выезде, играли против сильного соперника, и это ценное очко, заработанное сегодня. Мы должны будем усилить победой дома.